В Центре культурного развития «Вертикаль» состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню строителя. На него были приглашены слесари, прорабы, плотники, каменщики, штукатуры. Все те, без кого нельзя построить, например, жилой дом или детский садик. И сегодня мы решили провести этот вечер нескольких поколений строителей. Тех, кто в 56-м, 57-м, 58-м году начинал строительство нашего города, и тех, кто шел за ними следом. Кто развивает и сейчас делает все возможное, чтобы наш город хорошел. В этот день с профессиональным праздником всех собравшихся поздравил глава Пущино Алексей Воробьев. Вижу, в этом зале собрались в основном это ветераны строительной отрасли. Искренне слова благодарности, то, что именно вы создавали город вместе с научным сообществом. Именно вы являетесь, может быть, не побоюсь этого слова, родоначальниками этой территории. Это действительно серьезный, был грандиозный проект строительства Новокограда Пущино на свободной абсолютно территории. Ведущая вечера Вера Еремеева рассказала о многих интересных моментах, которые происходили в годы активного строительства Пущино. Вместе с гостями вспомнила о деятельности таких организаций, как строительно-монтажное управление номер 7, Пущинское управление механизации и автоматизации, ремонтно-строительное управление. В свое время многие работники этих организаций были отмечены различными грамотами и орденами за профессиональный самоотверженный труд. Большой проект реализуется в текущем году. Мы создаем учреждение дополнительного образования «Биотех», ремонтируем помещение первого этажа, ни много ни мало, 800 квадратных метров, с приобретением дополнительного лабораторного оборудования, новой мебели, новой техники, это РОБ-23. На вечере герои могли поделиться своими воспоминаниями. Профессию строителя легкой не назовешь. Человек должен быть физически выносливым, готовым работать в любых погодных условиях. Я работал прорабом. Где-то лет 10, чуть больше, может. Вот. Ну, занимался наружными сетями в основном. Водопровод, канализация, теплосети, газ. Вот это моя работа была. По словам Валерия Максимова, руководителя ремонтно-строительного предприятия, действующего на территории города более 30 лет, хорошим специалистом становится тот, кто любит свою работу. Уважаемые друзья, коллеги, я вас сердечно поздравляю от себя и от своего коллектива с Днем строителя. Желаю вашим семьям здоровья, благополучия, успехов в работе и всего доброго. В свою очередь, ветераны пожелали действующим строителям делать свою работу качественно, чтобы возведенные здания прослужили не один десяток лет. Анна Лихачева, Александр Мунзалевский, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.